Пекине прошел первый медиасаммит Шанхайской организации сотрудничества. От казахстанской стороны на форуме выступила вице-министр информации и коммуникации Нургуль Мауберлинова. Она отметила, что благодаря поддержке на высоком уровне между странами и членами организации установлены тесные партнерские отношения в области СМИ. Казахстан сотрудничает с крупными информационными агентствами России, Китая, Узбекистана, Пакистана и Таджикистана. Во многих из этих стран у агентства «Хабар» есть корреспондентские пункты. Вице-министр подчеркнула, что Казахстан будет всемерно налаживать сотрудничество в области СМИ и с другими государствами, членами ШОС, включая взаимный обмен контентом, совместные интервью, межличностные контакты. В ходе медиасаммита Министерство информации и коммуникации Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с пресс-канцелярией Госсовета КНР, а также соглашение об установлении двусторонних отношений подписали Международное информационное агентство «Казинформ» и китайский журнал «Жэньминь Хуабо». Данное соглашение предполагает обсуждение по открытию рубрики «Казахстан Вью» на одном из крупнейших информационных порталов Китая, где можно будет получить полноценную информацию о Казахстане, не только культурно-гуманитарного плана, но и в первую очередь экономического плана. Это первый медиасаммит за 17-летнюю историю ШОС. Осознавая важность этого события, председатель Си Цзиньпинь отправил от своего имени поздравительное письмо. Думаю, в дальнейшем между странами-членами организации улучшится обмен информацией. Уже 2 года, как мы поддерживаем связь с нашими казахстанскими коллегами. Есть совместные проекты для реализации.